Губернатор Виктор Толоконский находится в рабочей поездке на севере края. Накануне он посетил Норильск, где посмотрел несколько социальных объектов, в их числе строящийся перинатальный центр, аэропорт Алайкель, где сейчас идет реконструкция взлетно-посадочной полосы. Сегодня он работает в Туре, там же находится наш корреспондент Андрей Стародым. Вот что он рассказывает о ходе поездки. Здесь он посетил стройплощадки, где строятся дома для жителей, которые будут переселяться по программе переселения ветхого и аварийного жилья. Здесь 3 дома строятся, и до осени они должны быть введены в эксплуатацию, а это около 60 квартир, которые получат жители Туры. А накануне Виктор Толоконский работал в Норильске, там посетил несколько объектов и провел несколько совещаний. В частности, Виктор Толоконский побывал тоже на стройплощадке, но уже перинатального центра, и там по поручению губернатора, скорее всего, будет увеличиваться на количество рабочих до 400 человек для того, чтобы успеть все-таки до холодов, до морозов создать тепловой контур и начать уже отделочные работы. И план все еще сохраняется. Это введение в строй, введение в эксплуатацию перинатального центра до конца этого года.